Да. Ну, примерно время в пути. Вы попросите, естественно, нам до 6-й километр будет поселок, тоже попросите. Выйдите на глаза. Резина маленькая там, из салона ничего не видно. Как называется деревня? Это сколько километров, да? Ну это пятый. Перон. Шестой дальше. А, пятый.
час, да, где-то полтора. Ну, правда, бабушка есть. Ну, да. А, вот бабушки не ходят. Бабушки, да. Вообще не дойдут. Везли туда. Где едем? А вот, вон кто-то там бежит. Тормози, говорит. Районыши. Можно будет. Как бы правительство там выделило денег на восстановление. И город теперь как бы там уже живет. Там что-то какие-то магазины, там, клубы новые, там, жизнь как бы родилась. Ну, средства выделили. И счастье помогло, в общем. Ну, это такая стадо коров утащила. Пастуха, она пришла на фору, что не доступно. Там деревья здоровые, так уже разъезд. Это значит, лекарь, чтобы правильно направить оттуда. Евгений, можно два поезда пропускать сразу. Да. Они все на Харовск. Разобрали. Ага. А, это видишь, туда пошло.
мостом. Стрелят откуда пешком. Я не знаю, я с ним разговаривал, я тоже не знаю, как привязан. Что же?